5000 жителей Ленинградской области проголосуют по открепительным удостоверениям. Это небольшой процент от всего количества избирателей. О готовности 47-го региона к выборам 18 сентября журналистам рассказал председатель областного избиркома Владимир Журавлев. На территории Ленинградской области работают 969 избирательных комиссий. 12 из них временные. На территории больниц, двух следственных изоляторов и одной воинской части. Жалоб, нареканий на работу избирательных комиссий, на организацию их деятельности нет. Если говорить в целом обзор по жалобам, то с учетом муниципальных выборов, которые также идут в Ленинградской области, в ряде муниципальных образований, то вы знаете, что, скажем, Новодевяткино в Василовском муниципальном районе, весь совет депутатов избирается, то получается около 100 таких вот жалоб, заявлений в избирательную комиссию, и половина из них связана с муниципальными выборами. На избирательных участках в Усть-Луге и Киришах увеличено время работы. Голосование там начнется в 7 утра для удобства сотрудников предприятий. Избирательные участки оборудованы системой видеонаблюдения, однако трансляции голосования через интернет не будет. Записи с камер передадут в Ленизбирком. 5 избирательных участков, прикрепленных к Ленинградской области, оборудованы за границей, в Абхазии и Германии. Там проголосуют от 20 до 50 тысяч человек.